Я вас приветствую на родной вам белорусской земле. Спасибо. Белорусский народ очень рад будет знать, что вы приехали к нам. После выборов это один из первых визитов с Китайской Народной Республикой, наших друзей. Мы обсудим и наши отношения в контексте с Китайской Народной Республикой. Я думаю, Си Цзиньпин будет рад, что мы обсуждаем эти вопросы. У меня есть очень интересные предложения по нашему региону и дальше туда, по Кавказскому. Мы очень серьезно обсуждали это недавно во время визита в Азербайджан. Я думаю, что, как обычно, мы вопросы безопасности на первый план, а завтра обсудим экономические вопросы вместе с нашими коллегами из правительства. Спасибо большое. Спасибо за то, что есть возможность приехать вечером, вот, поговорить неформально, пообщаться. У меня после переговоров с нашими арабскими друзьями была такая большая встреча с членами правительства. Мы говорили как раз о моем визите к вам. Практически по всем направлениям прошлись, там и по промышленной кооперации, по энергетике, по сельскому хозяйству, по вопросам безопасности. Ну, наверное, полправительства было. Некоторые приедут, завтра будут участвовать в переговорах. А те, кто завтра, те, кого не будет здесь, те, все передавали вам большой привет и пожелания благополучия в Беларуси.